HiScreen Boost 3 – музыкальный смартфон с рекордной автономностью. HiScreen – сила в музыке. Поговорка о том, что у кого-то щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий, остается актуальной и сегодня. И все же, когда видишь эти безумно дорогие предметы, которыми стремятся обладать современные толстосумы, возникает всего лишь один вопрос – зачем? Это 10 безумно дорогих вещей, которые могут себе позволить далеко не все богатеи. Зонтик. Самый дорогой в мире зонтик Billionaire Contour Umbrella стоит $50,000. Он изготовлен из высококачественной непроницаемой крокодиловой кожи и окрашен в черный цвет. Трюфеля. Зачастую самые вкусные и роскошные продукты могут попробовать только очень богатые люди. К примеру, те же трюфеля, которые можно найти только в самых дорогих ресторанах, стали символом статуса для богатых людей. Европейские белые трюфеля – самая дорогая еда в мире, поскольку они являются одними из самых редких грибов. К примеру, 1,5 килограмма итальянских белых трюфелей были проданы за $160,000. Карандаш. Самый дорогой в мире карандаш был выпущен в Германии в 2008 году, ограниченным тиражом, всего 99 экземпляров. Он был изготовлен из 240-летнего оливкового дерева и 18-каратного белого золота. Письменный прибор, названный фирмой Graf von Faber-Castell идеальным карандашом, оснащен удобным встроенным ластиком и точилкой. Он также инкрустирован 3 алмазами. Рубашка. Самая дорогая в мире рубашка была сделана целиком из золота. В Индии золото является символом престижа и власти, поэтому люди закупают изделия из этого металла, чтобы выставить на показ свое богатство. А один индиец по имени Дата Фадж, которого прозвали «золотым человеком», заказал себе одну из самых дорогих рубашек в мире, обошедшуюся ему в $235,000. Динамик для iPod. Гигантская колонка AeroDream One, ее высота составляет 3,3 метра, подходит для iPod, iPhone и iPad. Это самая дорогая в мире док-станция. Была разработана известным в прошлом музыкантом и композитором Жаном Мишелем Жаром. Настольная игра. Шахматы Royal Diamond, который стоит более $500,000, часто называют наиболее роскошной и самой дорогой настольной игрой в мире. Ювелир Чарльз Холландер с помощью дизайнера Бернарда Маквина сделал 7 наборов роскошных шахмат. На каждый из наборов пошло 320 карат черных и белых бриллиантов, а также 2 килограмма 14-кратного белого золота. Туалетная бумага. А теперь очередь подошла к самому шокирующему и странному предмету из списка. Эта трехслойная туалетная бумага из 22 каратов золота была создана австралийской компанией Toilet Paper Man. По уверениям разработчиков, бумага очень мягкая и ее можно использовать по прямому назначению. Собака. Часто говорят, что собаки лучшие друзья человека, но в данном случае эта собака также самый дорогой друг человека. Красный тибетский мастиф по кличке Большой Всплеск был приобретен китайским угольным магнатом за $1,5 миллиона на ярмарке премиум животных. Щенок был 78 сантиметров в высоту и весил почти 81 килограмм. Книга. Одна из самых дорогих книг в мире была приобретена миллиардером Биллом Гейтсом в 1994 году за $31 миллион. Это 72-страничный кодекс Лестера, написанный от руки на итальянском языке самим Леонардо да Винчи. В книге описаны его многие изобретения, скульптуры, картины и идеи. Вскоре после того, как Гейтс купил книгу, он отсканировал все страницы и сохранил их в цифровом формате. Музыкальный инструмент. 300-летний альт Страдивари под названием Макдональд оценивается в $45 миллионов. Этот редкий альт является одним из всего 10 альтов знаменитого мастера струнных инструментов, которые сохранились сегодня. Назван музыкальный инструмент по имени одного из прежних владельцев. Вот такие вот сумасшедшие вещи люди покупают. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и расскажите о нем друзьям. Также не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. Хорошего настроения и до встречи!